Внимание! На дороге дежурит инспектор Дед Мороз. Но вместо штрафов он со Снегурочкой проверяет, насколько хорошо водитель отгадывает новогодние загадки. Лебедь со двора зимой, чудо с круглой головой. Что это? Еще раз. Лебедь со двора зимой, снеговик, молодец! Самых аккуратных и правильных водителей награждают памятками, чтобы в новом году нарушений было еще меньше. Что-то новенькое, может быть, так вычитают для себя. Вот, может, какие-нибудь изменения, которых раньше не знали. Так, думаю, надо дать. Главная цель этой акции – изменить сознание людей, что встреча на дороге с инспектором – это что-то плохое и отрицательное. Данное мероприятие у нас профилактически, в том числе имиджевый характер для сотрудников ГИБДД, для того, чтобы водители с пониманием относились к тем задачам, которые выполняют сотрудники госавтоинспекции, понимали, что они находятся на службе, и остановка водителя в том или ином случае направлена в первую очередь на то, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия. Останавливали с поздравлениями пешеходов. Им за сознательность ко всем подаркам дают еще и светоотражающий стикер. Внимание к пешеходу со стороны сотрудников ДПС, оно тоже ценно, потому что важно чувствовать себя членом этого общества, членом дорожного движения. Иногда это забывается. Пешеходы – такие же участники дорожного движения, как и автомобилисты. Они также обязаны знать все правила дорожного движения и, соответственно, их должны соблюдать. Потому что своими действиями они могут создать аварийную ситуацию. Полезные подарки, хорошее настроение сотрудники ДПС и участники Самарского клуба такси подарили 100 водителям и 20 пешеходам. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.